Всем здравствуйте. Пошли мы с собачками на охоту. Вот такая красота в лесу. Красота-то красота. Но за шиворот-то оно сыпаться будет хорошо. Чего вы тут унюхали? Непонятно. Что-то тут лежало, да? В общем, ладно. Сейчас где-нибудь найду дырочку в кустах пролезти. И пойдем гулять. Тут вот, короче, зайцев немного было. На подходе избеганы старые следы. Какой-то такой свеженький. Он обычно где-то ложился прошлый год. Бичком, когда ходил вот за вот этим носком. Там типа так же полянка удается. 3 раза мы его поднимали оттуда. Может, кого собаки и выгонят. Иди, иди, Гретти, иди ищи. Иди ищи. Вот, наткнулись мы на перекресток заячьих дорог. Туда, 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 туда. И Грета вон там, он один куст уже, не знаю, раз на 10 пролезла. Тоже тропа так вот идет. Сюда потом прибежала, крутнулась обратно туда. И где-то он нас, похоже, обманул. Где он? Такая вот местность. В лесу прошлый год в этих кустах стрелял. Метров, наверное, еще гуще было. Место тут есть. Это как до шороха, наверное, и то даже ближе. Мог только разглядеть. Ладно, пойдем походим. Собак вроде хоть какой-то интерес сегодня есть. Что-то пытается найти. Шорох маленько начинает от меня уходить подальше. Если местность более открытая, дальше уходит. Если вот кустов побольше, то не сильно далеко. Чаще стал за Гретой уходить. Далековато довольно. Не так, что под ногами бегает. Вот заячьи, вообще свежие следы. Где-то лежит, может быть, рядом, а может быть и далеко. Да и тут и зайцев, наверное, с десяток должно быть в этих кустах. Будем искать. Как у меня говорил один мой хороший знакомый, если ж он твой, то он твой. Вообще зверь любой. Хоть ты ползком ползи. Если он твой, он твой. Хоть ты напролом лезь из кустов. Кучу шума создавая, если он твой, то он твой. Он никуда не убежит. И получится так, что ты его сможешь добыть. Так что вот то, что я сейчас хожу, тут разговариваю, если он мой, то он мой. Ну ладно. Нашли место кормления зайца. Тут покушал хорошо. В
Вот где только лег. Может быть, в тех кустах. Может быть, вообще куда-нибудь туда ушел. А пришли мы с той стороны. Там все в тропах. Все в тропах, ничего не разобрать. Все это. Ищет, да, Грета? Кого стрелял, скажи, этот хозяин? Да, Шорох. Шорох даже прибежал. Ну, что я скажу? Михаил стреляет хорошо, конечно. Но не всегда в цель. Навели мы, в общем, Шороха в лесу. И где-то вон там, короче, вон там примерно где-то от Греты тетерев взлетел, сел на березу. Она под эту березу, он там кувырками что-то с ума засходил, тоже не ожидал собаку, как и мы тетерева. И, в общем, вот так вот, полетел. Ну что, я думаю, собак же надо все равно азарту придать. В общем, бах-бах туда. Оттуда фига. Ну, вот так вот тут. Грета-то побежала, как тетерев летела. Шорох сразу от выстрела ко мне. Так, ладно, надо перезарядиться. Вдруг еще звери есть. Ну, а если никого нету, то вот так вот, в общем, у нас охота сложилась. Глухаря мы не нашли. Зайца мы не нашли. Косули от нас убегают. По тетереву мне не попасть, не сильно маленький. Вот так вот.